И хлоп, 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 хлоп. У оленя дом большой, он глядит в свое окошко, зайка по лесу бежит, дверь к нему стучит. А теперь давайте разберем, сколько у нас персонажей участвует в данной сценке. Смотрите, это у меня на руке. У оленя дом большой. Олень. Так, стоп, олень. Это... Зайка, а давайте вы будете руки поднимать по очереди. А, знаете, садись, меня... зайка, садись. У меня нет никакой валячки. Нету, садись, все так. У оленя дом большой. Кто говорит? Настя. Да, олень. Охота. Подожди. Кто говорит, у оленя дом большой? Это заяц рассказывает? Нет. А кто рассказывает? Олень. Олень рассказывает, что у оленя дом большой. Так бывает? Нет. Кто рассказывает? У оленя дом большой. Олень. Ну как олень рассказывает сам, что у какого-то оленя дом? Охотник. И охотник там ничего не рассказывает. Зайка. Зайка точно не рассказывает. А кто же рассказывает? Итак, так кто говорит, у оленя дом большой? Автор. Это говорит автор, то есть рассказчик или голос за кадром, да, рассказывает, у оленя дом большой. Он глядит в свое окошко, зайка по лесу бежит, в дверь к нему стучит. Стук-стук. Кто говорит? Зайка. Заяц разве говорит стук-стук? Нет. А что он говорит? А кто говорит стук-стук? Оператор. А как он говорит, оператор, стук-стук? Дверь говорит. Мы же в дверь стучим. Стук-стук. А заяц говорит. Или не заяц. Кто говорит, дверь открой? Заяц. Дверь открой. Он испуганный или нет? Испуганный. Тогда ему надо каким голосом говорить? Испуганным. Дверь открой. Дверь открой. Там в лесу охотник злой. Он нас пристреляет. Зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. Кто это говорит? Олень. Это говорит олень. То есть у оленя какой голос? Смелый. Серьезный голос. Смелый. Смелый. Ты какой голос у оленя? Строгий. Строгий. Громкий. Значит, мы, получается, поем с вами, рассказываем простыми словами, как автор, потом как дверь стук-стук, потом как зайка, который боится, а потом как олень, который такой благородный, большой, могучий, который ничего не боится. Все, приготовились, да? Значит, получается, у нас 4 роли разных. Поехали. Хлоп, 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 хлоп. Клоп, 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 клоп. У оленя дом большой, он глядит в свое окошко, зайка по лесу бежит, дверь к нему стучит. Как дверь стучит? Стук! Стоп, дальше кто говорит? Зайка. Заяц говорит испуганным голосом. Как он говорит? Дверь открой! Поем! Стук, стук! Стук, стук! Дверь открой! Там, в лесу, охотник! Охотник злой! Дальше! Зайка! Кто говорит? Олень! Зайка, зайка, забегай! Лапу мне давай! Теперь все без меня, все без помощи уже, поехали. С хлопочками, все как положено, приготовить. Спиночки красивые, раз, подтянули. Приготовили. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп.
У оленя. У оленя дом большой. Он глядит свое окошко. Зайка по лесу бежит. К нему стучит. Еще разочек.